Здравствуйте. Привезла Машу в Учалы. Вот автовокзал, но она поедет на Блаблакаре. Челябинск. К Семену. В гости. Завтра вернется. Тут есть пешеходный переход. Я всегда тут хочу. Всю жизнь. Так, нам туда, да? Может, у меня на так? Может. Ой, ну они вообще собираются, реально. Господи. Ужас. Где-то авария, наверное. Ничего, не только у нас было. МТС. Что-то мы замерзли, а нас никто не забирает. Никого нет. Вообще ничего не понимаю. Как так? Хотя все уплочено, они должны забрать. А, ничего не уплочено еще, да? Наличка сейчас отдашь. Знаешь, когда у меня есть бомбу, вот они... Позвонили. Да. Проводила я Машу, друзья. Уже время вечер, 6:30. Я отработала. Приехала, себе отварила гречку на ужин. Прям захотелось так с молоком, с маслом. Устала, конечно, не могу просто. И спина, и ноги что-то сегодня болят. Ну, на работе были дела у меня, конечно, сегодня. Но я все-таки хочу сейчас замесить тесто и наделать пельмени. Пельмени, манты хочу. Потому что на следующей неделе у меня день рождения. И я так слышу, что детки собираются все съехаться в субботу. Отметить, думаю, надо лепить. Хотела же котлет наделать, у меня вчерашний фарш. Думаю, нет. Хинкали, значит, налепила вчера, пельмешки немножко, надо еще. Они все у меня очень любят. Пельмени. Немножко мантов, наверное, тоже сделаю. Вот у меня Сергей любит манты варить, чтобы в воде. Не на пару, а в воде. Можно сварить так. Я люблю на пару мантыварки. Вот. Но сейчас... Ну вот, что мне сегодня больше нечего показывать. Покажу вам, как я опять замешиваю тесто, делаю пельмешки, манты, свою лепку. Ну, нечего больше, друзья, вот. Проездила, Машу проводила, она уже доехала. И сегодня я одна дома. Грустно, скучно. Вот сейчас буду лепить, включу себе фильм. Ноутбук хотела принести сверху, спустить. Ай, неохота. На телефоне включу, в телефоне что-нибудь. И что-нибудь поделаю. Сейчас замешу тесто. И... Друзья, котов надо накормить. С ума сходит. Забыла им мяско достать. Размораживается. Сейчас вот оттает. Я пока тесто замешиваю, оттает. Их накормлю. И потом буду лепить. Так, у меня фарша много. Поэтому возьму большущую кружечку. Сейчас просею 3 таких кружки муки. 250 граммовые, большие. Просеяла. Ох, яйцо крупное. Разбиваю яйцо.
соли чайную ложечку. Завтра на базар хочу сходить. Все ж таки, я ж так не ходила посмотреть. Индоутки еще есть в продаже. Нет ли, приедут эти. С Уйского района они приезжают у нас. Ну, не будет утки, хоть бройлерную курицу возьму. Тоже в рукаве также сделаю. Картошку по-деревенски. Уже маленечко меню так. Меню готовлю. Картошку по-деревенски обязательно. Прям у нас ее все на ура. Ее, наверное, везде любят. Вот, курочку в рукаве сделаю. Если завтра будет и курочка, и утка, и то куплю. Вот все мне мешает. Девчонки, вот смотришь рецепты, да, вот, особенно мусульманки, вот что-нибудь готовят, так интересно, у них вот прям на столе цветы какие-то там, что-то еще такое красивое, вот как, я думаю, смотрю, не мешает им. Вот обратите внимание. Статуэтки какие-то, цветочки какие-то. Ну все, ладно, отключаю, сейчас замешаю. Тугое сегодня будет тесто, я чувствую. Значит, ему надо хорошо полежать. Сначала хорошо вымесить, потом, чтобы полежало. У нас сегодня прям так холодно, вообще мороз. И я поэтому буду большой разнос налеплю и на крыше прям вынесу, заморожу за ночь. А утром уже расфасую. У меня полный холодильник и самса, и пельмешки, и хинкали, и манты будет. Сейчас всего наделаю. Моя душа спокойна будет. Ой, тугое тесто. Девчонки, целый час сейчас провалялась на диване. Не могу, ноги сегодня у меня гудят, спина гудит. Натопалась. Так, тонко не будем. Так, сейчас сначала сделаю, наверное, вот разносик мантов, а остальное на пельмешки. Вот мой фарш. О, сейчас будет водичка выливаться. Добавила водички. Вот мне его сегодня надо прибрать. Так. Что, стульчик, наверное, сейчас возьму. Ой. Ну, хоть покажу вам, как манты лепить. Может, кто не знает. Вот обычный фарш пельменный. Эй, мы не картошку, ничего не кладем. Так, сама-то уж забыла. Слепляем серединочку немножко. Конфетку делаем. Теперь по бокам вот так. Я дырочку не оставляю. Тоже вот так все слепляю. С этой стороны. Думала, еще сегодня прогуляюсь вечерком. Какое? Время 8, девочки. Сегодня у меня и видео будет поздно. Все, вот так слепила. Фарша просто много добавила.
Так, и теперь вот здесь вот соединяем. One, two. Угу. Вот такой мантик, розочка. Много-много натолкала. Так, прикрываю. Сейчас поменьше. О, я же хотела сейчас капусту. Ладно, девчонки, хотела сейчас капусты нажарить. Свежие. Хочу завтра пирожки постряпать с капусткой. Ладно, уж встану, завтра пожарю. Думаю, буду лепить, и будет она у меня жариться. Ладно. Приходите завтра. Завтра тесто поставим на пирожки. Вот посмотрите, как туго замесила тесто. Ну, хватит уже. Так и подумала, воды мало налила. Красавчики. Ну ладно, девчонки, встретимся, когда я все тесто вот это вот переработаю. Покажу, что у меня получилось в итоге. Такое тесто можно даже сразу не выносить. Ничего, сейчас накрою полотенцем. Пусть тут. Вот сидя-то не могу катать. Не могу. Сейчас стоя накатаю, потом сяду маленько. Прям буду в пакетик сразу складывать. Сюда катать и складывать, чтобы еще отмягчал. Вот насколько пельмешков хватило. И манты. Манты уже подмерзли на улице. Господи, фарш еще остался. Ну хорошо. Много это не мало, да ведь? Все тут насвинячкало. Фарш до того жидкий. Все аж текло. Ну ничего. Сейчас уберу в холод. Не знаю, завтра можно либо котлетки, либо что-нибудь приготовить. Все, сейчас убираю, друзья. И до свидания. Все. 10 минут 10. Устала. Устала, да. Пойду монтировать, выставлять. Сегодня поздно. Посуду помою. Всем пока-пока.